моя. На сегодня все. Ужинать, спать. А между прочим, тем принцессам, у которых день рождения, ну? Разрешается ли бегать подольше? Да. Верно, Глаша? Глашенька, не сочти за труд. Напомни нашей принцессе, что день рождения у нее был вчера. Бабушка. Что? Ну, чисто по-человечески. А чисто по-человечески ужин стынет быстренько. Ничего не поделаешь, Глаша. Чисто человеческий ужин стынет. Пойдем. Прошу вас, ваше высочество, ваш королевский ужин. Бабушка! Я на вас не смотрю и вами не интересуюсь. А вот интересно, Глаша, когда бабушка была маленькой, пенки на молоке тоже были? Глашенька, будьте добры, объясните ее высочеству, что пенки на молоке существуют с тех пор, как существует молоко. Эх, Глаша, ничего в мире не изменилось. Послушайте, принцесса... Я на вас не смотрю и вами не интересуюсь. Что такое? Глаша, объясни, пожалуйста, бабушке, что с тех пор, как существуют внучки, они терпеть не могут молоко с пенкой. Запомни, принцесса, самое главное, никогда не переступай черту. И разбила чашку. Но бабушка, это не я. О, это, наверное, Глаша. Ну ладно, идите. Видишь, Глаша, этих пенок даже чашки не выдерживают. Фу, Глаша! Королевские собаки никогда не станут лакать из лужи. Даже молоко. Пойдем. Подумать только. Вот из этой чашки я пила, когда еще была совсем маленькой. Ну что ж, ведь когда-то это должно было случиться. Я тебе говорила, нехорошо брать чужие вещи без разрешения. Ой. Неужели настоящие принцессы тоже спрашивают разрешения? Спрашивают, если они настоящие. Неужели тебе нравятся девочки, которые без конца спрашивают, а можно это, а можно то? Запомни, принцесса, самое главное, никогда не переступай черту.
Господи, что такое происходит? Боже мой, какая луна! Бабушка, а давай не будем закрывать занавески. Пусть она побудет с нами. Нет, 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 нет. В полнолуние очень опасно смотреть на луну. Ты будешь плохо спать. Быстренько в постель. Ну, скорее. Бабушка! Скорее. Что? А давай заведем шкатулочку. Уже поздно, принцесса. Бабушка, но всего один маленький разочек. И после этого ты будешь спать? Буду. Без разговоров? Угу. Ну, хорошо. Дай ключик. Бабушка, а давно они у тебя? Ой, как себя помню. И даже раньше. Хорошенький, правда? Особенно кот. А вот когда я была маленькой, я все ждала, когда дама повернется и протянет ручку коту. Смотри, смотри! Ну вот и все. Нет, бабушка, ну еще, ну пожалуйста. Но ты же обещала. Ну что, все равно еще самый маленький и последний разочек. Запомни, принцесса, самое главное – никогда не переступать черту. Мне кажется, они на нас за что-то сердятся. Тебе только кажется. Ну почему? Да потому, что в полнолуние дети должны спать. Быстренько иди в постель. Чтобы тебе не было страшно, вот тебе ключик. Сохрани его до утра, а без него они не оживут. Бабушка! Что? А про какую-то черту ты все время говоришь? Про какую черту? Ну, видишь ли, рядом с каждым человеком есть черта. И пока он ее не переступит, он может держать зло под замком. Но если он переступит эту черту, он впустит зло в свою жизнь, и тогда зло будет управлять человеком. Вот так же, как мы управляем
Шкатулочкой? Вот так же, как мы управляем шкатулочкой. Ну, спи. Спи, моя маленькая. Бабушка, а рядом со мной тоже есть черта. Ну, ты не думай сейчас об этом. Я же тебе подарила зеркальце. Оно непростое зеркальце. Смотри в него почаще и не теряй себя из вида. И все будет хорошо. Ну, спокойной ночи. Бабушка сказала, что где-то здесь должна быть черта. Ищи! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Бабушка, мы ее не нашли. Кого? Черту эту. Господи, ну что за глупости? Ничего не глупости. Мы же с Глашей случайно можем на нее наступить. Да? Глупенькие вы мои. Это же воображаемая черта. И ты не можешь ее видеть. Но ты непременно должна ее чувствовать. Зачем? Затем, чтобы не делать то, о чем ты можешь пожалеть. Быстренько спать. Ничего хорошего. Поговорим об этом завтра. А сейчас спать. Ладно? Угу. Покойной ночи. Бабушка, а если переступить, одним глазком посмотреть, а потом быстро-быстро обратно? Обратно? А вот обратно ты вернешься. Совсем другим человеком. Поняла. Они сердятся на нас за то, что мы все время ими управляем.
Говорила мне моя бабушка, зло должно управлять людьми. И что? Вот она, шкатулочка моей бабушки. В ней весь мир. Ух, жалкие людишки, вы должны подчиняться мне, но ключ от шкатулки у вас, и поэтому я хожу по кругу, как заводная обезьяна. Но дайте мне только завладеть этим ключом, и тогда... Ничего. Нужно только поспешить, пока ключ у этой глупой девчонки. О, какая луна! Это хороший знак. Пусть свершится то, что должно свершиться. Так, где это бездарное животное? Кись! У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью я ученый. Что это за глупости? Это не глупости, это мемуары. У лукоморья дуб ученый. Бросай, сегодня нам будет не до этого. Сегодня есть верный шанс. Опять? Что значит опять? В прошлый раз вы говорили то же самое. У лукоморья я зеленый. Ты бестолковое животное. Сейчас мы как никогда близки к цели. И когда я буду править миром, вы загоняете меня совсем. У лукоморья... Но я не могу быть вечно в подчинении у людей. Что я могу себе позволить? Разбить какую-то чашку с молоком? Они держат мою силу под замком. Мне осточертели эти дурацкие реверансы. И то, что я должна подавать ручку для поцелуя такому остолопу, как ты. Мне, между прочим, тоже не доставляет удовольствия целовать то, что вы мне подаете. У лукоморья я на дубе. Ну вот, говорила мне моя бабушка, коты самые неблагодарные животные. И вот это вот награда за то, что я его вырастила, выкормила. Короче, мне нужен ключ любой ценой. Мне что, пойти и отобрать? Не прикидывайся. Ты прекрасно знаешь, чтобы ключ не потерял силу, человек должен отдать мне его добровольно. А для этого он должен переступить черту. Девчонка уже совсем рядом с этой чертой. Еще один шаг, и она у нас. И ты поможешь ей сделать этот шаг любыми средствами. Опять обманывать детей? У тебя нет другого выхода. Иначе я вышвырну тебя отсюда. И ты будешь влачить свое дурацкое существование, как сотни и тысячи бездомных котов, что ночи напролет воют под окнами от голода. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. К чему такие крайности?
Я просто хотел уточнить детали. Ступай и будь готов к назначенному часу. Слушаюсь. Между прочим, коты воют не только от голода. Ну что ж, девочка по имени принцесса, которой 6 лет и 1 день, ты хочешь узнать, что находится за чертой? Ты узнаешь это. Так, Лаша, бабушка права. В полнолуние дети должны спать. Не посоветовал спать с головой под одеялом. Странно, Глаша. Я еще не заснула, а сон мне уже снится. Напрасно вы, принцесса, не прислушиваетесь к добрым советам. Слушай, Глаша, а ведь это не сон. Я точно слышала чей-то голос. И не просто чей-то, а мой собственный. А вы кто? А почему вы замолчали? Мы с вами слушаем. Любопытная штука. Простите, а вы случайно не театр микрофона? И даже не гидромедцентр сообщает. А кто же? Послушайте, а почему вы назвали меня принцессой? А разве это не правда? Правда. Не понимаю. Как это дети могут спокойно спать в полнолуние? А что? А то, что именно в это время все то, что нельзя, превращается в то, что можно. Как это? Открой шторы и узнаешь. Нет, нельзя. Нельзя. А почему? В полнолуние опасно смотреть на Луну. Но ты же хотела пустить ее к себе в комнату. Да, но бабушка говорит, что... Вот, бабушки устроены более чем странно. Все самое интересное они всегда завешивают шторами. Впрочем, это очень легко исправить. Thank you.
Ну что, ваше высочество, нравится? Очень. А хочешь денек пожить, как настоящая принцесса? А разве это возможно? Все зависит от тебя. А что я должна сделать? Ничего особенного. Просто кое-что переступить. Как ты меня огорчаешь, принцесса? Собака в постели и шторы раскрыты. Бабушка, это не я. Конечно, это Глаша. Ну что ж, значит, Глаша и будет рассчитываться за все твои проказы. Глаша, ты сегодня будешь спать на кухне. Ко мне иди. Говорил мне дедушка, собаки самые глупые животные. Почему? Не тявкай, когда тебя не просят, и не будешь спать на кухне. Ну что, ты готова? К чему? Исполнить то, что тебе хочется больше всего на свете. А что мне хочется? Ты знаешь что, принцесса? Нет, не знаю. Нет, знаешь. Готова ты заглянуть? За нее. За черту? Вот. Теперь ты говоришь то, что думаешь. Но я искала. Ее нигде нет. Отогни ковер. Смотри. А бабушка говорила, что я могу о чем-то пожалеть. Конечно, пожалеть о том, что струсила. А бабушка говорит, что я вернусь совсем другим человеком. Конечно, ты станешь гораздо лучше. Бабушке мы скажем спокойной ночи. Стой! Чуть не забыл самое главное. Для безопасности тебе нужно взять с собой противовес. Что нужно взять? Какой-нибудь небольшой предмет. Я возьму бабушкино зеркальце. Нет, только не это. А что же взять? Ключ. У тебя есть ключ? Есть. Вот он. Держи его крепче. А теперь шагай, ничего не бойся, ни о чем не думай и не оглядывайся. Ну же!
Это не я. Запомни, принцесса, самое главное, никогда не переступай черту. И пока он ее не переступит, он может держать зло под замком. Мне нужен ключ любой ценой. Разве это возможно? Все зависит от тебя. А что я должна сделать? Чтобы ключ не потерял силу, человек должен отдать мне его добровольно. А для этого он должен переступить черту. А теперь шагай. Ничего не бойся. Ни о чем не думай. И не оглядывайся. Ну же! Все в порядке, дело сделано. Скоро ключ будет у вас. Это только полдела. Теперь ступай в кладовую и принеси мне волшебную книгу. Все идет отлично. Что ты там копаешься, безлапое животное? У нас мало времени. Ваша волшебная книга. Интересно, у нее еще не вышел срок реализации? Ну, судя по тому, с каким аппетитом ее грызли мыши... Мыши? Мыши, между прочим, твоя обязанность. Я занят, у меня мемуары. Бездарные. Это спорный вопрос. Ну... Бабушкина книга. Твой черед. Читай. 300 полезных заветов. Завет первый. Как найти подкову на счастье? Идите по дороге, опустив голову. Не то. Завет второй. Средство от моли. 200 грамм динамита. Не то. Завет третий. Как отобрать предмет у того, кто не хочет его отдать? Вот то, что нужно. Читай. Для начала нужно принять соответствующий вид. Это какой же? Это уже ваше дело. Только учтите, я обещал, что она поживет как настоящая принцесса. Что? Он обещал? Видали, а? Откуда у меня такие средства? Вот ж не знаю. Сами сказали, заманить любой ценой. Ну что ж, она хочет пожить как настоящая принцесса. Я ей устрою это. И ты снова мне поможешь. А я говорю, не буду я ни в кого превращаться. Я свое дело уже сделал. Твое дело служить мне беспрекословно. Служить бы рад. Превращаться не договаривались. У меня после этого неделю насморк. Короче,
Или ты делаешь, что я говорю, или считай свои мемуары законченными. Уж я об этом позабочусь. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. К чему такие крайности? Я просто хотел уточнить детали. Давно бы так. Итак, для начала примем соответствующий вид. Если вы считаете, что это готово... Что это? По-моему, это хвост. По-моему, тоже. Мне кажется, вы потеряли квалификацию. Ничего. Сейчас доделаем вручную. Нет! Не надо, не надо. Я лучше спрячу под мантию. А это что? Как что? Моя рука? Вот именно. Она осталась прежней. Похоже, что-то не сработало. Ничего, ничего, я ее прикрою. Ну и что дальше? Сейчас посмотрим. А дальше действуйте по обстоятельствам. И как же мы будем действовать? А вот как. Требуется принцесса. По всем вопросам стучать 3 раза. Одну минуточку. Успокойтесь. Успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь. День. Не могу с вами согласиться, но вам, наверное, виднее. А почему вы плачете, ваше величество? А что же мне делать? У нас такое горе, такое горе. А что случилось? Представляете,
Завтра межкоролевская ревизия. А у нас дворец одна штука есть, королева одна штука есть, король одна штука перед вами, а принцессе совершенно ни одной штуки. Ой, нас теперь закроют, ой, нас теперь изгонят. А давайте я буду вашей принцессой. Меня и бабушка так часто называет. Да? Если вы, конечно, не против. Ваше Величество, скорее сюда. У нас такая радость, такая радость. Теперь у нас есть своя принцесса. Это очень приятно. Здравствуйте. Здравствуй, дитя мое. По-моему, я вас где-то видела. Мне тоже твое лицо очень знакомо. Ваше Величество, а будьте любезны, приготовьте нам, пожалуйста, праздничный ужин. С удовольствием. Вам и кофе с молоком или без молока? А можно без молока? Можно. Конечно, можно. Не, простите, но прежде чем вы войдете во дворец, одна маленькая процедура. Я сейчас. Ваше Величество, вы случайно не видели, где наш королевский журнал? Я бы вам посоветовал держать себя в руках, иначе вы сами все испортите. Это же тот самый ключ. Лучше позаботьтесь о королевском интерьере. У нас тут шаром покати. А я ее пока отвлеку. Ах, вот он, вот он, вот он. Как всегда на королевском комоде. Простите, что заставил вас ждать, но у нас такой порядок. Мы все радостные события всегда фиксируем в нашем королевском журнале. Итак, графа «Самый счастливый день». Так, сейчас, 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 сейчас. Значит, вас зовут принцесса. Так меня называет бабушка. Бабушка? Какая прелесть. Бабушка. Значит, вам 6 лет. И один день. И один день. Какая прелесть. И один день. Ваше Величество, вы готовите нам кофе? Именно кофе я и готовлю. Ой, мы так рады, так рады. Теперь никто ничего не заподозрит. Вообще-то бабушка говорит, что обманывать нельзя. Конечно, конечно, просто так нельзя. А ради чего-то очень нужного можно. Ведь верно? Верно. Когда я вернусь обратно, я обязательно научу этому бабушку. О, это поистине королевское решение. Ваше Величество, вы готовите нам бутерброды с сыром? Именно с сыром я и готовлю. Ну что ж, мы счастливы принять вас у себя скромно, но с радостью поистине королевской. Прошу вас во дворец, ваше высочество. Thank you.
Глаша, ты откуда? Это ваша собака? Да, это Глаша. Простите, но по нашим королевским правилам вход во дворец с собаками категорически невозможен. Слышала, Глаша? Придется тебе сидеть здесь. Вот. Это поистине королевское решение. Прошу вас, ваше высочество. До некоторой степени это теперь все ваше. Все вот это? Конечно. И мы сами в вашем распоряжении. Пока ключ от всего этого в ваших руках. Тише, ваше величество, тише. Посмотрю. Можно, но только там не прибрано. Это королевская корона? А можно я примерю? Можно, но все в свое время. А вот лучше обратите внимание. Предмет нашей фамильной гордости. Ой, какой котик. Адаму вы, конечно, не заметили. Простите, а это кто? Ваша внучка? Это я сама. Вы? В молодости. А вот это я в младенчестве. Вы? Я? А что? Шутка! Королевская шутка! Не, простите, вы продолжайте, а я сейчас. Будьте благоразумны. Печально, когда у тебя не хватает самолюбия. Вам не кажется, что двери перед носом никогда не закрываются случайно? Не ваше кошачье дело. Понимаю. Вечные проблемы. Коты, собаки. Жаль. Очень жаль. Что вам нужно?
Мне? Ничего. А вот вам... И мне ничего. Тем более от вас. Значит, вы отказываетесь помочь своей хозяйке. Очень жаль. Эй, подождите, вернитесь, эй! Вот хорошо, что у меня золотой характер. А чем я могу помочь своей хозяйке? Понимаете, вас как звать-то? Ну, Глаша. Глаша, место тут неподходящее. Можете мне поверить. Чем я могу помочь своей хозяйке? Удалиться. Как это? Как можно скорее. Да что за чушь-то собачья? Как же я смогу помочь своей хозяйке, удалившись? Глафира, для баллонки, найденной на улице, вы не слишком сообразительны. А откуда вы знаете, что меня подобрали на улице? Для интеллигентного кота это не проблема. Уходите немедленно. Своим присутствием вы навредите и себе, и своей хозяйке. Все коты, которых я знала, были прохвосты. А вам я почему-то верю. Очень разумно с вашей стороны. Уходите. Дорогу-то назад найдешь? Не волнуйтесь, у меня хороший нюх. Хозяйка сказала мне: Глаша, сиди здесь. И я буду сидеть здесь, что бы со мной ни случилось. Что ж, главное принять решение. Но я вас предупредил. Что-то здесь не так. Что-то здесь не то. Место здесь неподходящее. А что он имел в виду? Я должна это разнюхать. Он может держать зло под замком. Мне нужен ключ любой ценой.
должна? Все зависит от тебя. А что я должна сделать? Чтобы ключ не потерял силу, человек должен отдать мне его добровольно. А для этого он должен переступить черту. А теперь шагай. Ничего не бойся, ни о чем не думай и не оглядывайся. Ну же! Для начала нужно принять соответствующий вид. Это какой же? Готово. Если вы считаете, что это готово... А давайте я буду вашей принцессой. Меня и бабушка так часто называет. Уходите немедленно. Своим присутствием вы навредите и себе, и своей хозяйке. Что он имел в виду? Я должна это разнюхать. Какое красивое платье! Кстати, пора нам подумать и о вашем наряде. Да, но у меня с собой ничего больше нет. Все гораздо проще, чем вы думаете. Это тоже ваше платье? Нет. Это платье одной моей знакомой королевы. Нравится? Надевайте. А ваша знакомая королева не рассердится? А мы ей ничего не скажем. А бабушка говорит, что брать чужие вещи без разрешения нельзя. Конечно, конечно. Но если об этом никто больше не узнает, то можно. Ведь верно? Да. Как оказывается, все просто. Когда я вернусь обратно, я обязательно научу этому бабушку. О, это поистине королевское решение. Прекрасно, прекрасно. Правда, есть кое-что лишнее. Что? Ключик. Он совсем не подходит к такому платью. Что же делать? Дайте его мне. Нет, нет, я его прикрою, и ничего не будет видно. Ваше Высочество, дайте мне этот ключ. Но этот ключик от бабушкиной шкатулочки. Отдай мне этот ключ. Я приказываю. Я должна владеть этим ключом. Я должна управлять миром. Ваше Величество! Вы с ума сошли. Помните, она должна отдать его добровольно. Ой! Я, кажется, чуть не заснула. О, неужели я вас так утомила, дитя мое? Нет-нет, что вы, все так замечательно. Замечательно? А вы знаете, что сейчас произошло? Нет, а что? Ваша Глаша
Я хотел ее утешить. Она набросилась на меня, как тигр. Чуть не откусила мне вон руку. Глаша, да что вы? Я считаю, что в целях государственной безопасности вы должны немедленно ее обезвредить. Как это? Посадить на цепь. Где у вас тут цепь? Глаша, как тебе не стыдно? Королевские собаки никогда не станут так себя вести. За то, что ты покусала его величество, будешь наказана. По нашим королевским правилам мы перевяжем ее поперек живота и дадим ей побольше молока с пенкой. А вот и молочко. И не прибедняйся, а то я все расскажу бабушке. Вот. Это поистине королевское решение. Прошу вас во дворец. За что? Я это величество даже в глаза не видела. Есть хочу, как собака. Фу! Фу, Глаша! Королевские собаки никогда не станут лакать из чужой миски. Даже молоко. Ой, чует мой нос хозяйка в опасности. А я тут сижу на цепи, сложа лапы. Ой, думай, Глаша, думай. Не может быть, чтобы не было способа выбраться отсюда. Думай, Глаша, думай, ну. Ах, какая у нас замечательная принцесса. Ой, какая решительная. Какая смелая! И как ей идет это платье! Ты бы лучше подумал, как отобрать у нее ключ. Ничего, придумаем. До утра еще время есть. Кстати, не забудь, она ни в коем случае не должна заснуть. Все-таки голод не тетка. Ой, что это? Оказывается, голод лучше, чем тетка. Странно. Чем больше я хочу есть, тем слабее становится цепь. А если я не буду есть совсем? Я же могу свободно вылезти отсюда. Вот он, выход! А чтобы они ничего не заметили... Эх, пес с ним! А теперь королевские танцы! Отвращение знакомое. Тише, ваше величество. Это наш ритуальный фамильный
танец. Вам теперь тоже придется его разучить. На всякий случай. Как мне осточертели эти реверансы. Тише, ваше величество, будьте благоразумны. Ты лучше думай. Терпение, терпение. Ой, кажется, я чуть немного похудела. Да-да, я действительно похудела. Хорошо, ваше высочество, хорошо. А теперь поклон. Как мне осточертели эти поклоны. Тише, ваше величество, а то вы сами все испортите. Улыбайтесь, улыбайтесь. А ты думай, думай. Терпение, ваше величество, терпение. Терпение, Глаша, терпение. Скоро ты сможешь выбраться отсюда. Думай, думай. Осталось совсем немного времени. Ну да, осталось совсем немного. Думай, 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 думай. Все! Все! Я кое-что придумал. Прошу всех к столу. Королевский ужин стынет. Вот они, чудеса голодания. Стой! Стой, Глаша! Своей свободой ты должна распорядиться разумно. Иначе тебя снова посадят на цепь. Значит так. За этой дверью какая-то тайна. Чужие тайны, конечно, не мое собачье дело. Но там моя маленькая хозяйка. Как же мне туда пробраться? Так, 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 так. А вот как! Что это? А, журнал этого величества. Ну-ка. Фу-фу-фу-фу-фу. От него пахнет обманом и подлостью. Фу. Ну-ка. Странно. Он пуст, как мой желудок. Зачем же нужно было выбрасывать его в кусты? Еще одна тайна. Ничего, ничего. У каждой тайны есть свой ключ. Прошу вас, ваше высочество, ваш королевский ужин. Это все можно есть? Конечно. Тогда я съем кусочек вот этого торта. Прошу вас, берите прямо руками. Руками? А бабушка говорит, что... Я вижу, ваша бабушка не знала ни одной счастливой минуты в жизни. Рукой же больше захватишь, чем ложкой. Да? А вы попробуйте. Наши дворовые шавки просто лопнут от зависти. Ух ты!
почему вы остановились? Да бабушка говорит, что много есть на ночь нельзя. Бедная, бедная бабушка. Запомни, принцесса, самое главное – всегда делать только то, что тебе хочется. Ведь правда это приятно? Да. И когда я вернусь обратно, я обязательно научу этому бабушку. О, это изменит всю ее жизнь. Продолжайте, Ваше Высочество. Приятного аппетита. Ничего, я принесу еще. Ты что, собрался ее кормить до самого утра? Мне нужен ключ. Терпение, терпение. Ключ? Им нужен какой-то ключ. Терпение, терпение. Это ты? Простите, но я в Бадфортах. А ты уверен, что мы как следует привязали эту дворнягу? Абсолютно. Значит, это твои следы. Помилуйте, но это же даже не мой размер. Ничего не понимаю. Так, я сейчас... Пойду подолью молочка вашей собачке. Странно, все на месте. Собака на цепи, пьет молоко, толстеет. Очень странно. Странно. Очень странно. Странно. Очень странно. Все в порядке, но очень странно. Мое терпение скоро лопнет. Ой, я, наверное, скоро лопну. Может быть, принцесса желает еще что-нибудь? Вы знаете, у вас так интересно. Только можно я посплю немножко, а потом... Что вы? Самое интересное только начинается. Кстати, Ваше Высочество, вам никогда не хотелось узнать, что будет с вами, к примеру, завтра или послезавтра? Конечно, хотелось, но это же невозможно. А вот обратите внимание, что осталось на дне чашки, которую вы только что изволили опрокинуть? К
кофейная гуща. Совершенно верно. Так вот, чтобы увидеть будущее, нужно всего-навсего разгадать тайну кофейной гущи. Но я не умею разгадывать тайну кофейной гущи. Да, ключик от этой тайны есть не у каждого. Ключик? У меня есть ключик. Вот этот подойдет? Еще как подойдет. Дайте его мне, и вы увидите, что будет с вами, с вашей бабушкой и вашей собакой. Возьмите. Вы отдаете мне его добровольно? Да, добровольно. Совершенно добровольно. Конечно. О, это же ключик от бабушкиной шкатулочки. Это все твоя дурацкая идея, перевязать ее поперек живота. Ну, кто же знал, что она окажется хитрее, чем мы предполагали. Она нам все испортит. Ее нужно уничтожить. А если она потеряет мой ключик? О, этого нельзя допустить. Значит так, Ваше Величество, вы обойдите дворец с той стороны, я обойду с этой, а вы, Ваше Высочество, оставайтесь внутри. Деваться ей все равно некуда. Прелестно. Вот и поговорим. Это не я. Запомни, принцесса, самое главное, никогда не переступай черту. И пока он ее не переступит, он может держать зло под замком. Мне нужен ключ любой ценой. Ничего особенного. Просто кое-что переступить. Ну же! Для начала нужно принять соответствующий вид. Это какой же? Если вы считаете, что это готово... Давайте я буду вашей принцессой.
Уходите немедленно. Своим присутствием вы навредите и себе, и своей хозяйке. Я должна владеть этим ключом. Я должна управлять миром. Ваше Величество! Вы с ума сошли. Помните, она должна отдать его добровольно. Это же ключик от бабушкиной шкатулочки. Прелестно. Вот и поговорим. Так, самой мне теперь действовать опасно. А этот хвостатый, как назло, провалился куда-то. Интересно, мне дадут сегодня поспать спокойно? Ну, наконец-то! Где вы пропадаете? Тихо, 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 тихо. Такое впечатление, что все с цепи сорвались. Не все, только я. О. Объясните мне, что тут происходит? Лично я предпочитаю ни во что не вмешиваться. А вам не кажется, что хозяева дворца какие-то странные? Нет, почему же? Король как раз ничего. И обаятельный, и умница. Вот королева... Впрочем, я предпочитаю ни во что не вмешиваться. Но моя хозяйка в опасности. А я вас предупреждал. Кстати, Глафира, что это у вас на шее? А что? Это вам совершенно не к лицу. Послушайте, где ваш тонкий женский вкус? Знаете что? А подарите-ка это мне. Добровольно. Да что вы все привязались к этому ключу? Ничего я вам не дам. И вообще не хотите мне помочь? Проваливайте отсюда, пока я вас не покусала. Ну-н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 у. Кто кого, это еще спорный вопрос. Но мой вам совет. Отдайте этот ключ. Я сказала, проваливайте. Ухожу, ухожу, ухожу. Только не говорите потом, что я вас не предупреждал. Все, рассчитывать больше не на кого. Придется спасать хозяйку самой. Глаша! Глаша! Глаша, 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 Глаша! Ах, вот ты где! Что ты всегда во все вмешиваешься? Кто себя просит? Ну-ка, дай сюда ключик. Вот противная собака. Я вижу... Вы оказались проворнее, чем мы. И теперь вы по праву можете примерить нашу фамильную королевскую корону. Настоящую корону! У нас тут все настоящее. А где же ваша собачка? Спряталась вон туда. Ее там нет. Мы должны уничтожить эту шавку во что бы то ни стало. Но помни, девчонка ни в коем случае не должна...
заснуть. Ах, вот оно что! Обманщик! Вот она! Лови ее! Ну вот, бабушка сказала, что я стану совсем другим человеком. А я переступила черту и нисколечко не изменилась. И корона мне очень даже идет. Я теперь почти совсем уже настоящая принцесса. Нравится быть принцессой? Еще бы! А вы кто? Я твою совесть. Совесть? А почему я тебя раньше не слышала? Раньше я постоянно была с тобой. Но ты переступила черту, и теперь, пока ты бодрствуешь, я сплю. Просыпаюсь только тогда, когда засыпаешь ты. Вот почему злая колдунья не хотела, чтобы ты засыпал. Злая колдунья? Да, она хочет управлять миром, а для этого ей нужен ключик, который висит у тебя на шее. Ты переступила черту и принесла этот ключик. Если это правда, то почему же она не отбирает у меня его? Ключик будет иметь силу только в том случае, если человек сам отдаст его. А если я не отдам, значит, ничего плохого нет в том, что я переступила черту. Запомни, принцесса, когда человек переступает черту, он делает больно своим близким. Бабушка! Ты забыла все доброе, чему она тебя учила. Ой! Глаша! Ты предала своего самого верного друга. Переступив черту, человек и сам меняется. Но я же нисколечко не изменилась. В это зеркало ты видишь только свое лицо. Но ты должна заглянуть себе в душу. И тогда ты увидишь все, что тебя окружает в истинном свете. Но здесь так красиво. Все, что ты видишь здесь, не настоящее. На самом деле за чертой ничего нет. Абсолютно ничего. Понимаешь? Я боюсь. Я хочу домой к бабушке. Вот теперь это не так просто. Ты прислушалась к голосу зла, и теперь ты в его власти. Помоги мне! Теперь ты можешь помочь себе только сама. Что я должна сделать? Ты должна переломить себя. А это под силу не каждому. Я постараюсь, я смогу! Другого выхода отсюда нет. А теперь просыпайся, у тебя мало времени. Но когда я проснусь, ты же заснешь, и я опять все забуду. Не оставляй меня, пожалуйста. Не бойся. Сожми руку и помни о нашем разговоре. Сжимай крепче, крепче, крепче. Постой! Девчонка осталась одна.
Если она заснет, все пропало. Возвращайтесь к ней, я справлюсь без вас. В это зеркало я вижу только свое лицо. Но я должна заглянуть себе в душу. А как? Я подарила тебе зеркальце. Смотри в него и не теряй себя из виду. Бабушкино зеркальце! Кто это? Неужели это моя душа? Суем свой любопытный нос. А кто это нам разрешил? Не подходите ко мне! Это почему же? Я все равно вам не отдам ключ. Ах так. Ну что ж, пусть он и потеряет силу, но он будет мой. Не подходите! Как же отсюда выбраться? Как же переломить себя? Ну как же? Бабушкино зеркальце! Если там отражается моя душа, значит, там отражаюсь и я. Вот что я должна переломить.
под силу не каждому, но другого выхода отсюда нет. Ах так, вот тебе! Не надо ничего говорить. Самое главное, запомни, принцесса, крепко-накрепко запомни. У лукоморья дуб какой-то. Ну вот чего добились, а? Теперь совсем ничего не видно. А вот насморк у меня неделю, мне обеспечен. Ничего, на свете много детей. Стоит только кому-нибудь из них приблизиться к черте, и тогда... (смех)